дешевых, например. То есть сиденье не поднимается достаточно высоко. В идеале оно должно быть отрегулировано, то есть и садиться мы на нее должны вот так вот. Вот. Сел спокойно, не наступая на педальный узел. Многие залазят, ну, то есть встают сначала на педали, потом зад сажают на сидушку. То есть надо сначала сесть на сидушку и вставить ноги в педали. Это очень важно. Тогда у вас он проживет долго и счастливо. Вот. Значит, здесь у нас есть регулировка по вертикали. У велотренажеров есть горизонтальная регулировка. Соответственно, надо смотреть. Не на всех тренажерах это есть, и на бюджетных, как правило, не бывает. То есть вот здесь у нас есть горизонтальная регулировка. То есть мы двигаем сиденье дальше, ближе. Это для того, чтобы комфортное расстояние было от сидушки до рукоятки. У велотренажеров также бывает регулировка. Например, самой ручки мы ее можем регулировать. Да? Вот, это тоже очень удобно. Также у нас велотренажеры бывают магнитные и электромагнитные системы нагружения у них. То есть электромагнитные – это в розеточку мы вставляем, вот, и все управление у нас происходит с кнопочкой. Мы нажимаем кнопочки, то есть все у нас тут мелькает, моргает. Вот. А магнитная система нагружения, то есть здесь у нас от батареек табло работает. И есть рычажочек, который нагрузку регулирует. Не требует подключения к сети. Также на некоторых... Sonne scheint mir aus den Händen, kann verbrennen, kann euch blenden. Wenn sie aus den Fäusten bricht, leg sie heiß auf das Gesicht. Sie wird heute Nacht nicht untergehen. Und die Schnauze Sportsmänner, es war ein Navik, ich tatschu в районе до Космена. Челябинск, ЧТЗ, руки загребущие. Желтые огни ночами, жизнь от случая до случая. Тебе респект, скучаю, скоро будем вместе. Я тебе музыки немного, ты мне новой жести. Я в поездах, в тачках с громким выхлопом. По ночам выхлапывал когда-то и нахально вымахал. Давай по сути, не тем ты нагоняешь жути. Есть вопросы, присылай повестку, мы юриста намутим. Твой дядя родный для меня, не авторитет. И хрен сейчас разберешь, кто бандюга, а кто мент. Есть бегущий, тогда же интересней в принципе. Охота для мужчин, на квадрате выцепим. Тебя, родной, и всех, кто будет рядом. Логика вещей проста, выгребайте всем отрядом. Да, алё, привет, братан, ты чё там спишь в натуре? Штанишки одевай давай, прыгай в бумер. Тема непроглядная, тяга дело обратное. Для кого-то сложная задача, для меня понятная. Ищем кого-то, молодые люди? Тебя? В смысле? В прямом. В принципе, ничего нету. Это обычная реакция организма была на нагрузку. Вот. Никаких там воспалительных процессов в связках, сухожильных, менисках не было. У меня 2-3 раза в неделю растяжка, УФП, отрабатывание там на стабилизацию, на баланс, на упражнения. Вот. И, в принципе, хорошо себя чувствую. Бани, капельницы для восстановления, и все хорошо. Уже на крайних подходах приседа. И какие у вас? Дубовые. Дубовые? Да. Красный дуб. Почему именно дуб? Почему именно красный? Ну, так называется. У меня листья, вот, когда... Листья осенью краснеют. Угу. Он и красный. А почему именно он лучше? А почему дуб? Он самый лучший берет температуру под себя. И он очень мягкий. Он такой... Ну, он не сечет, не бьет. Он просто как... Как подушка, такой мягкий и хорошо очень греет. Все как надо, да? 20 литров через такую горлышко. Да. Температура воды плюс 4. Давай! Готов? Да! Ну-ка! Да прибудет со мной сила! Да! Я не чувствую ее! Да! Это все? Давай!
К месочку! Давай! Работаем! На досулице, минус 3! Греться! Три обливания. Спинка. Руки. Руки на полочку. Жизнь хорошо. А вот теперь ощущение голода. Ты следующий. Да, я так и знал. Это последний этап восстановления? Да, крайний. Вот за счет этого человек не может никак энергию накопить, да? Но и оказалось, что самая главная ткань, это все-таки соединительная ткань. Вот этот вот клей, и для меня это было, в общем, большим открытием. Причем вот не с первых дней работы, например, в медицине, а уже приблизительно, наверное, через 10 лет, вот, может, даже через 15. Существует такой белок, который называется коллаген. И этот белок, по сути дела, является как бы арматурой кожи, разных слоев кожи, связок и еще многих-многих различных структурных элементов. Вот функции коллагена отвечают за упругость ткани. Вот когда мы трогаем руку у ребенка там, или какую-то часть, и ножки упругие, да? Вот если мы бабушку потрогаем, вот этой упругости уже не будет. Эластичность, за рост новых клеток, за структурность и соединение, за дряблость, за обвисание. Ну, и не секрет ни для кого, что люди стали жить дольше. Вопрос качества жизни, да? Вот я, например, на 7-м десятке, ну, совершенно не хочу стареть. Вот меня эта перспектива старости вообще не устраивает. И поэтому вот я еще, так сказать, с корыстной целью начала изучать глубоко прямо эту соединительную ткань, именно для того, чтобы задержать какие-то темпы, снизить хотя бы эти темпы естественного старения. Самое главное, что коллагены существуют в нескольких видах. Это вот жидкое состояние коллагена, кровь. Я, честно говоря, не знала, что это коллаген. Лимфа, межклеточная и спинномозговая жидкость и все тканевые, межтканевые жидкости. Да? Волокнистая. Волокнистая – это сухожилия, фасции, связки, сумки, различные поддерживающие связки. То есть у нас все куда-то прикреплено. И в кишечнике, и в желудочно-кишечном тракте, и органы малого таза на каких-то связочках к чему-то крепятся. Вот это все соединительная ткань. Желеобразная. Это вообще удивительный вид ткани. Я думаю, что мы когда-нибудь отдельно о нем поговорим, потому что выращивание хрящей, это, по сути дела, возможно... С каждым днем ваша кожа увядает, теряет упругость, эластичность, четкий овал лица. Подарите себе вторую молодость всего за несколько минут в день. Теперь вы можете выглядеть именно на тот возраст, на который вы себя ощущаете, с новой концентрированной сывороткой «Идеальное лицо». Всего за 10 минут в домашних условиях вы моложе на 5, 15 и даже 25 лет без дорогостоящих процедур или специального ухода. Сыворотка «Идеальное лицо» разглаживает глубокие морщины на лбу и вокруг глаз, носогубные складки, подтягивает обвисшую кожу. Вы выглядите на 5, 15 и даже 25 лет моложе. Всего за 10 минут в домашних условиях. Убедитесь сами. Это не чудо и не специальные эффекты. То, что вы видите, является результатом многолетних разработок в области косметологии. Сочетание молекулярных пептидов и более 150 активных биологических ферментов мгновенно стимулирует выработку коллагена и эластина. Морщины на лбу, носогубные складки и дряблость кожи уходят буквально на ваших глазах. Посмотрите еще раз, какой поразительный результат! Вы просто наносите одну каплю сыворотки на проблемный участок кожи и ждете, пока она впитается. С каждой минутой вы видите, как ваше лицо преображается. Посмотрите, вы тоже сможете выглядеть моложе на 5, 15 и даже 25 лет. Излучайте молодость, сияние и уверенность в любом возрасте. Верните романтику в вашу семейную жизнь и заново влюбите в себя. Не ждите, доверьтесь новейшим достижениям косметологии. С сывороткой «Идеальное лицо» вы станете моложе на 5, 15 и даже 25 лет без дорогостоящих процедур или специального ухода. Попробуйте и убедитесь сами. Не думайте о возрасте, просто наслаждайтесь жизнью и собственным отражением в зеркале с концентрированной сывороткой «Идеальное лицо». Она ваша всего за 2499 рублей. Вы точно останетесь довольны результатом. Не ждите, звоните сейчас. Звонок бесплатный.